Дружеская атмосфера плюс высокий профессионализм. Эта формула позволяет видновскому звездному вальсу вот уже много лет быть в числе лучших танцевальных клубов Москвы и области. Его воспитанники регулярно завоевывают первые места на самых престижных конкурсах и соревнованиях. Мы радовались несколько лет назад, когда мы выключили в России среди команд ансамбль «Формейшн», да? У нас и детская, и юниорская команда. В этом году мы радуемся уже личному зачету, что наши пары так достаточно активно продвинулись. Этот сезон для клуба очень урожайный. На крупнейших соревнованиях Russian Open Dance Sport Championships Арсений Ильин и Мария Терминака стали лучшими из 100 пар страны в европейской программе и вторыми в латине. А через неделю на турнире в Санкт-Петербурге «Невская осень» ребята уже первые в обеих программах. К победам выдался тернистый. Арсений Ильин начал заниматься танцами еще в 7 лет. Талантливый и пластичный, он быстро добился успеха, но в какой-то момент просто перегорел и в один день все бросил. Сложный период, переходный. Не хотелось танцевать, хотелось больше личного времени, как-то посвободнее жить. Танцы не давали этого, постоянно на тренировках сложно. Бросал, тренера отговаривали, родители отговаривали, говорили, будешь жалеть, вернешься. Вот так оно и случилось. Прошло целых 2 года, и рожденный танцевать все-таки не выдержал. Арсений вернулся и начал тренироваться с удвоенной силой. Потом были долгие поиски партнерши, и вот в августе появилась пара Ильин-Терминака. Дни напролет в зале и усилия всего за 2 месяца принесли результаты. Показав суперуспешный старт, ребята размышляют о своем спортивном будущем. Думаю, есть оно очень большое, так как мы оба таких сильных спортсмена, которые любят свое дело. И, думаю, будущее есть. То есть все будущие чемпионаты ваши? Да. Бронзовыми призерами соревнований стали Максим Кучин и Анна Ганчева. Несмотря на серьезную конкуренцию, видновчане оставили позади 88 пар. Сейчас на репетиции ребята шаг за шагом оттачивают движение разных танцев. Отдыхать после турнира некогда. И лишь на пару минут юные спортсмены прерываются, чтобы поделиться впечатлениями. Победа всегда вдохновляет на новые свершения. Я считаю, мы очень выросли, очень много занимались, старались максимального успеха добиться. В итоге стали третьими, это очень хороший результат для нас. А какие дальнейшие планы? Ну, мы бы хотели попасть на чемпионат России, пройти в финал чемпионата в Москве. Ну, планов очень много. За 7 дней турнира наши танцоры не только показали блестящие результаты и набрали очки для прохождения в следующий класс, но и подняли свой танцевальный клуб «Звездный вальс» на высшие ступени российского рейтинга. Мы, конечно, начали сейчас сразу готовиться к чемпионату Москвы, который будет в ближайшее время, потому что это как раз будет отборный чемпионат России, где уже и разряды присваиваются, и повышается класс и так далее. Поэтому как только мы позитивно и хорошо результативно выступили, мы сразу перешли к следующим, подготовь к следующим соревнованиям. Движение вперед, к новым победам и свершениям. В вихре звездного вальса постоянно рождаются звезды. Наши, видновские. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.